Это необычное учреждение. И хочется сказать слова благодарности коллективу и Алексею Владимировичу, нашему губернатору, потому что он лично интересуется судьбой этого учреждения и поддерживает. И как жаль, что не во всех регионах есть такие специалисты. Это я могу уже сказать, работая в Государственной Думе и зная, что педагоги, которые работают с детьми, они очень любят детей. Но очень важно, что руководители этого учреждения создают здесь особую атмосферу и являются новаторами. То есть можно делать, но, вы знаете, и все скажут, что ты делаешь все правильно, все в соответствии с положением об учреждении. А можно не давать себе покоя. Вот здесь такой руководитель и такой коллектив, который не дает покоя себе и никому, кто находится с ней рядом. Поэтому огромное вам за это спасибо, глубочайшие слова уважения. Вот сейчас небо увидит подсолнухи и будет солнце, правда? И от ваших улыбок, и от ваших аплодисментов. И зная, что сегодня у вас первое десятилетие, мы посоветовались, нам подсказали. Мы хотели сделать вам подарок. Вот для детей там еще одна игрушка. И для всех вас, поскольку вас сюда принимают вот такими маленькими и делают вас взрослыми, самостоятельными, как и родители делают более ответственными, обучая их, так и все вместе мы сможем с вами ухаживать за деревьями, которые мы сейчас посадим, и будем их поливать, лелеять, холить. А когда любят, то те, кого любят, радуют их своей красотой. Вы очень красивые. И не могу сказать, не сказать еще об одном моменте. Я представляю в Государственной Думе политическую партию «Единая Россия», и у меня есть от ней большое доверие. Я на уровне Российской Федерации координирую проект «Крепкая семья». А мы с вами крепкая семья смолян. Мы с вами очень дружная семья. У нас проживает 110 тысяч семей. И совсем недавно президент подписал указ о том, что предстоит десятилетие детства. И думаю, что в это десятилетие детства еще больше внимания будет таким учреждениям, больше будет развития и больше будет пользы для детей и семей, что очень важно.